Всем привет! Сегодня у нас продолжение нашего цикла чистки. Сегодня третий день. Да-да, третий день. Если кто в первый раз наткнулся на этом видеосюжете, я вам сегодня, да и вообще всю неделю, буду показывать, как чистить монеты старинные, медные, царские, чтобы сохранить на них родную патину. Потому что среди монет, среди нумизматов, ценится именно родная патина. Да-да, ребята, ни насколько монеты интересны, как родная патина. Ну, я не знаю, почему, но факт в том, что это нужно спросить у нумизматов, почему ценится родная патина. И мы будем чистить, и я вам буду показывать. Надеюсь, после этого цикла чистки монет нумизматы изменят свое мнение о моих методах. Я стараюсь делать как можно лучше, как можно качественнее и как можно красивее. То есть вариантов чистки на любителя. Есть монеты, которые я чищу для себя, для красоты, для коллекции. Многие, конечно, критикуют, якобы я убиваю монеты, но и чищу монеты для тех, которые хотят продать эти монеты, и чтобы они не потеряли в стоимости. И именно этот видеосюжет и все последующие и предыдущие три выпуска именно по данному поводу. Мы чистим монеты и сохраняем родную патину. Сегодня третий день, и я вам покажу, что происходит с монетами по завершению третьего дня. Да-да. Так что смотрим, баночку сейчас откроем и будем радоваться, наслаждаться самим процессом и результатом. Смотрим. Итак, ребят, наша баночка с майонезом. День. Получается уже третий, да? Все то же самое. Достаем. Блин, как неохота мне в этой чаще возиться. Но придется. Достаем монетки. Отжимаем. И отправляем их в баночку. Это лучший вариант очищать монетки от этой чачи. Так, сейчас нащупаем последние монетки и будем их промывать. Что же там у нас за результат после трех дней? Я думаю, что две монеты это точно можно уже изымать. Ладно, сейчас я их промою и вам покажу. Итак, ребят, я уже начал монетки промывать. Все то же самое. Если кто-то на мой ролик пришел поздно, то повторяю именно для них. После того, как я монетки достал из кашицы мыло, я при помощи щетки зубной смываю остатки мыла. Тем самым я как бы вижу, какой результат уже после третьего дня чистки. Я их сейчас промою все, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Буду вам показывать уже как промою монетки. Ну и покажу, какой у меня следующий этап чистки. Сейчас мы достали, промыли, затем мы их протрем и пройдемся по ней латунной щеточкой. Так что вот такие вот мои манипуляции. В течение, наверное, еще вне эфира буду их чистить минут 15, потому что монет я закинул много. Чтобы результат вы видели сразу, чтобы не думали, что одна монетка почистилась и все. Я это все делаю для вас, делюсь своим опытом. И закинул для этих целей сразу много монет, чтобы вы визуально наблюдали, как чистятся разные монеты
разного периода. Еще раз, наверное, повторюсь, то, что монетки разного периода, 18-19 век, и из-за этого у них родная патина будет разная, от коричневой до темно-зеленоватой. Вот такими несложными манипуляциями, наверное, каждый справится и тоже будет смотреть. Ладно, включусь позже. Ну что, ребята, монетки мы протерли, затем прошлись щеточками, убрали все лишнее с них, белый налет, и монетки получаются вот такие вот. Повторюсь еще раз, это уже третий день чистки, и у нас патина выравнивается. Несколько экземпляров у нас уже как бы готовы. Это николаевские монеты, николаевский образец. Как вы видите, на них родная патина. Родная. Царапин нету. А то некоторые говорят, что после щеточки остаются царапины. Смотрите, нет царапин, ребят. Нету. Играю светом специально, чтобы вы видели. Царапин нету. Это одна монета уже готова. Затем еще одна двушечка. Тоже с такой же патиной. Царапин нет. Вот, так что надеюсь, у меня в ближайшее время критики, в частности, нумизматы, перестанут критиковать, что все мои методы убивают монеты. Но вы как видите, я не просто убиваю, я их чищу и оставляю на них родную патину. В общем, после 3 дней чистки уже 3 монеты подошли. Вот, тоже подходит к своему завершению. Я бы ее отложил. Но, к сожалению, с другой стороны зелененьких пока еще осталось. Будем ее убирать. Также было несколько экземпляров, в частности, деньга. С одной стороны все отошло. Все хорошо, родная патина. А с другой стороны, в центральной части есть небольшие очки. Очки зеленый такой, неприятный. Так что ее тоже будем чистить. Вот эта монета тоже, наверное, через пару дней будет уже готова. Внутренняя часть зеленки потихоньку сходится. И остается родной шоколадный цвет патины. Монетка тоже очень приятная. Так, что хочу еще подметить, какие экземпляры. Вот тоже монетки уже подходят. Пару дней, и монетки тоже можно изымать процессы чистки. Некоторые монеты, к сожалению, а в частности это у нас вот такая вот, я предполагаю, что это двушечка, 2 копейки. На ней имеется зеленка. И эти болячки сходят очень-очень медленно. Вот здесь вот видите, тоже зеленка. И, к сожалению, не очень хорошо поддается. Также 5 копеек чистится, но зелень здесь вот въелась как бы, и она поддаваться тоже не хочет. Но ничего, мы своего результата добьемся, и она сойдет. Что касается нашего подопытного пятачка екатериновского, я вам сразу изначально говорил, что мыло для такой чистки нужно, наверное, месяцами чистить. И медленно, медленно сходит. Результат, конечно, пока не особо радостный. Очень медленно. Такой пятак лучше чистить, наверное, механическим способом. Быстрее получится. Так, ну, про эту тоже я забыл вам сказать. Деньга очень хорошая, приятная. Она бы тоже уже была бы готова, если не некоторые, а темные пятна. В частности, вот пятнышко здесь вот темное, на крылышках кое-где. Мне нужна однородная патина на всей монете. Здесь тоже небольшое темное пятнышко.
Вот, так что в целом монета почистилась. Будем добиваться родного, однородного цвета монеты. Так, Павел Первый. Сохранчик хороший. Но здесь вот изначально при жизни вот царапина, вот царапина. А зеленка ее скрывала. Я бы, конечно, оставил бы зеленку, но зеленка была неоднородного слоя такого. И некрасиво. Пусть она будет шоколадной. Так, самое, что хотел было привести в порядок, это вот такую вот монету. Это называется пчелка. У меня такой экземпляр единственный. И мне хотелось бы ее довести до состояния идеального коллекции. С этой стороны, к сожалению, есть дефекты, которые были при жизни. Монетка немножко затертая. Но у меня самое главное, чтобы орел. Орел у меня интересует. Вот, так что вот так вот. Третий день чистки. В принципе, результат вы видите. Ну что, ребят, погружаю монеты. И достанем мы их уже в четвертом выпуске. Так что я надеюсь, вы смотрите все дни чистки, потому что в каждом видеофрагменте я рассказываю что-то новенькое, что-то нужное для вас. Особенно начинающим это будет полезно. Монетки я ложу стоя. Почему стоя? Потому что монета на донышко, когда ляжет, она может перевернуться или лечь пузом. Нам же нужно, чтобы монета чистилась равномерно. И по возможности старайтесь монетки ставить на ребро. Вот. За 3 дня чистки 2 экземпляра вот этих вот Николая я изымаю из оборота чистки, потому что они готовы. Так что 2 монеты с родной патиной достаточно хорошего внешнего вида уже готовы. Откладываем в сторонку и потом их будем смотреть по итогу. Не знаю, сколько получится у меня выходов. 6, 7, 8, не знаю. Рассчитываю на неделю. Так что это у нас дело снова отправляется на сутки. И включу через 24 часа. Так что смотрим следующий, 4-й день чистки. Итак, ребята, в общем, посмотрели результат. Радует тем, что на 3-й выход, на 3-й день чистки мы уже изъяли из нашей баночки 2 готовых монеты. Это 2 копейки, по 2 копейки николаевского образца. Монеты почистились хорошо, осталась родная патина, никаких царапин нету, и монеты существенно прибавили стоимости по каталогу. Да-да, потому что монеты чистые и в родной патине. Стоимость монет уже прибавила в весе. Так что ждем 4-й вариант. Надеюсь, после 4-го дня у нас еще выйдут на белый свет несколько хороших, достойных монет. Уже подошли деньга, 2 штучки. Там, по-моему, еще деньга Екатерины, Анны Ивановны. В общем, посмотрим. 4-й день завтра. Так что смотрим, не пропускаем ни одного дня. Будет приятно узнать, что метод работает и оставляет родную патину. На этом и все. Подписываемся, комментируем. Нумизматы, комментируйте. Это важно. Ну и все. Ждем завтра, 4-го дня. До встречи.